Горбачеву я отношусь очень положительно. Я считаю, что он очень много сделал для того, чтобы наш народ от тоталитарного мышления перешел к размышлениям о том, что происходит в нашей стране и с каждым из них. Он сыграл большую роль в том, что наша страна, хоть мы сейчас и в отсталых числимся, но я думаю, не будь Горбачева, мы вообще бы уже на месте какой-нибудь Нигерии были. Он очень много сделал, и я уверена, что пройдет какое-то время, и ему будут воздавать должное как одному из самых разумных, самых благородных руководителей нашей страны за всю ее историю, а не только за последние там десятилетия.